Юношеской команде «Люберцы» вручили кубок и золотые медали за победу в межмуниципальных соревнованиях по футболу. Это первый значимый успех футбольного коллектива за последние 10 лет. Команда была составлена из воспитанников футбольных секций поселков Томилино и Краскова. В первенстве принимало участие 8 команд из разных муниципалитетов – Дзержинского, Лыткарино, Раменского, Электростали и Котельников. Также помимо высокой самоотдачи игроков, позволившей завоевать первое место, за проделанную работу наградили и тренерский состав.